Если пассажир заранее знает номер поезда и время отправления, это существенно экономит время. Но, несмотря на это, кассир Ольга Николаевна сегодня столкнулась с небольшими трудностями. Поезд 121 Киев-Николаев, отправление 18:22, прибытие 4 утра, 3 вагон, 8 место. А это нижняя полка? Нет, верхняя. Ну как же, я же... Вот. Ну? Я не могу ехать на верхней полке. А не было нижних полок. Были, полно. А почему вы мне их не продали? Что значит почему? А мне об этом кто-то сказал? Как вы теперь собираетесь ехать на верхнюю полку? А нельзя поменять билет? Конечно, нет. Верхняя полка – это не ошибка. Вам придется купить новый билет. Пенсионерка вынуждена была купить второй билет, так как до отправления поезда уже не успеет сдать первый. Николаев, 6 вагон, 18 место. А это уже точно нижнее? Ой. Конечно, я могла ей поменять этот билет. Это несложно. Аннулировать старый бланк и пропечатать на новый. Просто сегодня из-за этой жары я испортила 15 бланков. А для того, чтобы взять новое, мне нужно идти через весь вокзал. Это 4-й этаж. А там нет кондиционера. У меня дорогая тушь. Могу я не отвечать на эти вопросы? Рабочая смена подходит к концу. И работники железной дороги спешат закончить все дела, чтобы завтра снова встретиться с жителями и гостями путевой страны. Кассир Ольга Николаевна теперь заранее уточняет, на какой полке желает ехать пассажир. Ну, до Львова вам, верхнюю или нижнюю? Нижняя, конечно. Так а что вы молчите? Я что, должна по слову из вас вытаскивать? Нравится то, что мы делаем, подписывайся на наш канал, передавай нас друзьям, лайкай, шарь нас, в общем, делай с нами все, что хочешь.